Дом в Волгограде не подлежит восстановлению после взрыва и будет снесен. К такому выводу пришли эксперты после обследования здания. Решение окончательное, заявил губернатор Андрей Бочаров. Жильцам выдадут сертификацию на покупку новых квартир. Стоимость одного квадратного метра не должна превышать 35 тысяч рублей. Власти готовы оказать любую помощь в приобретении. Обещают обеспечить всех жильем в течение 3 месяцев. Напомню, 16 мая в Волгограде из-за мощного взрыва газа полностью обрушился подъезд 4-этажного жилого дома по Университетскому проспекту. 4 человека погибли, 12 попали в больницу. Причиной взрыва стала попытка незаконного подключения к коммунальным сетям. Во время нее рабочий повредил газопровод.